Сочный, нежный, ароматный и вкусный пирог с начинкой из пекинской капусты и ветчины. Готовится просто и достаточно быстро. Рецепт из серии «Гости на пороге и на скорую руку». Предлагаю приготовить пирог с пекинской капустой и побаловать своих близких этой чудесной домашней выпечкой. Сытный и аппетитный, он станет прекрасным дополнением к основным блюдам, а также подойдет для питательного завтрака или перекуса в течение дня. Начинка может быть любой, на ваш вкус. Листья пекинской капусты сочетаются практически со всем. Можно остановиться на вегетарианском варианте, а можно и для любителей мяса придумать несколько версий. У меня помимо капусты сочная ветчина и ароматная свежая зелень. Уверена, вам понравится. Угощайтесь! Сметана 350 грамм. Яйцо 2 штуки. Мука 150 грамм. Разрыхлитель теста 1,5 чайных ложки. Сахар 1 чайная ложка. Капуста пекинская 200 грамм, ветчина 200 грамм, сухари для панировки 30 грамм, соль по вкусу, специи по вкусу, зелень по вкусу. Количество порций 6-8. Подготовьте все ингредиенты. Капусту тонко нашинкуйте и переложите в глубокую миску. Добавьте нарезанную соломкой ветчину, нарезанный зеленый лук, соль, черный молотый перец по вкусу и все перемешайте. Начинка готова. Отдельно взбейте яйца со сметаной. Добавьте муку, разрыхлитель, сахар и 1 час л соли. Перемешайте тесто до однородного состояния, добавьте свежий укроп и перемешайте все еще раз. Форму для выпечки смажьте маслом, посыпьте дно и бока сухарями. Подойдет как круглая форма, так и любая другая. Вылейте половину теста. Сверху равномерно распределите начинку. Распределите поверх оставшееся тесто и разровняйте его ложкой. Выпекайте при 180 градусах около 50 минут или до румяного верха. Пирог с пекинской капустой готов. Приятного аппетита!